Всем здорово, друзья! Попалась мне такая бейсболочка от компании New Era, такая крутячая моделька, называется Dogger с собачьими ушами. Ну, по-нашему это будет шапка-ушанка. Частенько они мне попадались, эти модельки, там в каких-то музыкальных роликах, в фильмах. На Ютубе я видел такие бейсболки. Ну, люди мотаются. В принципе, в Штатах нет этих предрассудков, таких как у нас там, да, по поводу шапки-ушанки советской. Там Дед Мазай, не знаю, зайцы. В принципе, люди спокойно мотаются в таких бейсболочках. Ну, у нас, не знаю даже, пойдет она или нет. Ну, в принципе, мне хотелось просто посмотреть, что за моделька, насколько она прикольная. Ну, так, в принципе, на вид довольно-таки прикольная. Ну, я бы сказал, это обычная бейсболочка, просто к ней добавили собачьи уши. Хотел я посмотреть именно внутри, как она выполнена. Ну, внутри все сделано стандартно, то есть это обычная бейсболка из полиэстера. Вот, 100% полиэстер. Просто к ней еще дошили вот такие вот собачьи уши, да. Опять же, материал этот искусственный, это не натуральный материал, какая-то синтетика. Ну, просто добавили собачьи ушки, и получилась такая вот бейсболочка демисезонная, скажем так. Ну, на зиму она не пойдет, я думаю, потому что, в общем, это обычная бейсболка, она изнутри не утеплена. Опять же, это дополнительная вентиляция. Ну, зимой как бы она не совсем нужна. Думаю, это такая на позднюю осень, в принципе, там, ну, до минус 5 градусов еще можно будет в такой мотаться, в принципе, уши будут в тепле. Ну, вот эту фигню можно будет отрезать, и получится обыкновенная бейсболка, в принципе, да, с прямым козыречком. Ну, довольно-таки прикольная моделька, очень мне понравилась. Здесь еще добавили вот на ушах дополнительную, как бы, дополнительный логотипчик, если будете ходить с подвернутыми ушами. Это будет выглядеть вот так вот. Ну и здесь, да, добавили логотипчик. Ну, единственное, что накосячили немножко с логотипом. Ну, я так понимаю, проблематично вышивать вот именно на этом материале. Получилось немножко кривовато. У них как-то вот на чувачке на этом кажется, что больше похоже не на козырек, а на какой-то клюв вот именно, да. Больше похоже на клюв. Здесь именно, ну, как обычно, все стандартно. Вот здесь у него именно бейсболочка. Видно, что это бейсболка у него. Ну, не суть. Может быть, немножко тяжеловато на этом материале вышивать такие штуки, поэтому немножко неаккуратно получилось. Ну, в принципе, довольно-таки прикольная бейсболочка. Очень мне понравилась. Прикольная такая моделька. На офсайте я покопался, такую модельку не найти. Нашел я подобную модельку, ну, полностью шерстяную, и, ну, там цена на нее около $70, довольно-таки недешево, в общем-то, цена покусывает. Но единственное, что она шерстяная, ну, не знаю, по фоткам особо не видно, опять же, возможно, там она еще утеплена изнутри каким-то дополнительным материалом, типа флисом, не видно, опять же, на фотках, в описании этого нет, ну, не суть. Довольно-таки прикольная моделька, мне понравилась такая крутяцкая бейсболочка. В принципе, для тех, кто не любит носить зимой там, да, шапки, любит какие-то кепки, бейсболки, в общем-то, можно будет такую модельку взять. Довольно прикольная, ну, не знаю, пойдет она у нас или нет. Можно еще вот так вот уши застегнуть, ну, не наверх, а так, да, сзади вот. Вот так вот сзади застегнуть еще, в принципе, блин, секунду. Вот так вот сделать, в принципе, тоже будет прикольно. Ну, уши будут в тепле. Тут вы, в принципе, будете как в обычной бейсболочке. Довольно прикольно это смотрится. Интересненько. Единственное, что размерчик попался не мой, поэтому, ну, не знаю, попробую я показать, как это выглядит на голове. Немножко она маловатая, но, в принципе, думаю, получится. Размерчик 7,1,8. На размерчик меньше, чем мой. Ну, думаю, получится показать. Ну, так, в принципе, все стандартно. Компания New Era, как всегда, да, у них все на высоте. Претензий, как бы, особых нет. Все четенько. Логотипчики на всех ленточках. Все аккуратненько. Ну, у меня, как бы, особо нет претензий к этой фирме. Ну, единственное, что, да, всегда вот внутри у них как-то вот так вот. Это единственное, что, как бы, мне не очень нравится. Ну, можно было бы, конечно, немножко аккуратнее делать. Вот куча всякой хламья, какие-то нитки торчат. Вот, причем они, я даже не знаю, отрываются. Не надо их поотрезать. Как-то вот неаккуратно изнутри. У New Era, конечно, такое всегда вот неаккуратно, какие-то нитки, тряпье какое-то, вот куча хлама какого-то непонятного, все как-то немножко неаккуратно именно внутри сделано. Но опять же, это не принципиально, никто его здесь не видит. Этикеточка, это вернее вот сама вкладочка, довольно таки качественная. Вот здесь такой плотный, я не знаю, что это такое, нейлон, что ли, очень он стойкий. Все очень качественно сделано, поэтому носиться будет эта бейсболка реально 100 лет. Тем более, что она как бы не летняя, поэтому выгорать этот материал особо не будет. Но опять же хочу сказать по материальчику, да, у меня такие из полиэстера, таких у меня не было в черном цвете. В основном у меня все
из шерсти бейсболки, ну, такие были из полиэстера, но в основном цветные. Ну а черный цвет, вот реально, я сейчас ее просто немножко почистил, уже этого не видно, но реально на него берется очень много всякой фигни, там ворса, да, все на нее цепляется. Такой довольно цепкий материал, поэтому приготовьтесь к тому, что если у вас будет черная бейсболка из полиэстера от компании New Era, ее придется постоянно чистить, потому что реально на нее цепляется куча всякого хлама, вся ворса будет на ней. Довольно-таки прикольная моделька, очень мне понравилась, в принципе, да, ну и вот так вот можно мотаться. Ну, такая себе шапка-ушанка, Made in USA. У нас, конечно, не знаю, может, не пойдет она, в Штатах, в принципе, у них мотаются, людям нравится, довольно-таки прикольные модельки. Вообще, компания New Era мне очень нравится, у них огромное количество различных прикольных бейсболок. Разные, на официальном сайте можно наковырять там разные модельки, в принципе, даже фуражки есть и шляпы прикольные, все довольно-таки прикольное, очень много различных бейсболок с прямым козырьком, там и с полукруглым, ну с разными. Очень классная фирма, очень мне нравится, ну опять же логотипчик, да, все как всегда четенько, никаких претензий как бы к этой компании никогда у меня не было, все очень офигенски сделано, все ровненько, ну классная фирма, по качеству я ничего не могу сказать. Ребят, ну вот так вот как-то она смотрится на голове. Ну, в принципе, класс, мне понравилось, прикольно даже. Ну, единственное, что этим вот, да, ухом немножко накосячили. Немножко как-то оно вот оттопыривается. Но так, в принципе, довольно-таки прикольно. У меня даже такой костюмчик именно синего цвета. Отлично под нее подходит. В принципе, можно мотаться, да, довольно-таки неплохо смотрится она. Ну, да, ухо вот это, конечно, немножко накосячили. Нужно было там какие-то, не липучку, а какую-то веревочку. Ну, как на советской шапке-ушанке было бы нормальненько. А так немножко торчит. Ну вот так с ушами еще, в принципе, тоже можно мотаться. Но единственное, что она на меня немножко маловатая, поэтому, ну, на мою ряху немножко маловатая. Выглядит немножко по-смешному. Но, в принципе, если бы был мой размерчик, довольно-таки прикольно смотрится тоже. Ну, так с застежкой не очень-то прикольно. Но так, если уши расстегнуть, прикольно, в принципе. Уши как бы в тепле, довольно-таки прикольно смотрится. Прикольная бейсболочка. Класс. Ребят, я так немножко помотался в этой бейсболочке. В принципе, довольно-таки теплая. Не знаю, может быть из-за этих ушей, которые немножко вот греют, да, и сверху, в принципе, они греют. Довольно-таки прикольно она смотрится. Ну вот у меня на голове сейчас, в принципе, такая же бейсболочка этой же компании. Из такого же, в принципе, материала, тоже полиэстер. Ну как-то вот она не такая теплая, не знаю, это прям такая теплая, тепло в ней. Ну не знаю, насколько, конечно, будет там тепло в ней зимой. Ну думаю, до минус 5 градусов можно будет спокойно в такой бейсболке мотаться. Ну единственное, да, опять это ухо вот торчит оно. Немножко не продумали здесь с липучкой. Липучка здесь вот не на самом краю. Вот. Если бы было на самом краешке, то вот этот хвост бы немножко не торчал. Но так он немножко оттопыривается. Ну, как вариант, просто перешить липучку. Если бы здесь такие вот шнурочки, как на старых советских ушаночках, было бы прикольней. Тогда бы она так не торчала. Ну, как-то так, друзья. Прикольная бейсболка, в принципе. До новых встреч. Носите бейсболки.